Это может быть опасно. Нет, Месси в положении вне игры. Жозе Фонте. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Криштиану. Есть игроки одного матча, есть игроки одного турнира, а Криштиану... Роналду удар наносит. До конца игры 7 минут. Перейра. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Надежно играет защитник. Атака прервана. Адриан Силва. Совсем не обязательная потеря. Эвер Банега. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Криштиану. И это Криштиану. Удар в перекладину. Перекладина становится с автором гола. Даже на верхнем ярусе стадиона было слышно, как зазвенело перекладина после этого удара. Да уж, приложился он действительно здорово, хотя по замаху было видно, что игрок бил не на точность, а скорее на силу. Ну что же, итак, звучит финальный свисток. Первая игра между двумя из... Don't need to describe every time you call me.